Ребята, всем привет, с вами Александр, наконец-то мы этого, в общем-то, дождались, начинается новая эра, ну, точнее, я так понимаю, что уже точное время начали писать, то есть через меньше чем 4 дня в мире юрского периода появится новый, который очень старый гибрид кайнозойский, да, Индрикацер. Кстати, видео, ребятки, уже давно есть на канале, была возможность, он появлялся на короткое время, и некоторые люди успели его сделать, и у меня получилось даже снять видосик, так что вы сможете его увидеть, ну, по-моему, там ему, думаю, показать. Показатели ему уже, короче, какие-то да, и изменили по сравнению с тем, вот что было. Вот заодно, короче, это еще один хороший повод посмотреть это видео до того, как появился этот гибрид. Вот посмотрите его сейчас, сразу же после этого видео, и там запомните, какие были у него показатели, и сравним с тем, что у нас в итоге будет. Так, мы получаем награду Архилона. Это мы его стримили вместе с вами, 5000 генов, и сам, собственно говоря, Архилон. Давайте сейчас мы зайдем еще в Кайнозой и посмотрим, естественно, как у нас там идут дела. Так, Индрикатери и Синтетоцерес. Вот наш Индрик. Я, кстати, да, уже когда-то давно приготовил запасной Индрикатери, вот так сказать. Ну да, как видите, кнопки пока что нет. И Синтетоцерест у меня тоже, по идее, готов. Подождите, Синтетоцерест, правильно? Индрикацер. Или, или олень у нас должен быть. Подождите, с кем у нас был олень? Да, и гигантский олень, вот, потому что я оленя подготовил дополнительного. Так что, в общем-то, ждем, ребятки, ждем, пока это все дело у нас появится. Так, и что у нас тут есть по поединкам? Вместе с приливом это водные сражения. И есть что скрывается внизу. Так, ну это у нас жестячок, как обычно, да? То, что вы любите. Ну, так. Можно взять кого? Какого-то... Вот это хороший шанс, наверное, использовать... кого-нибудь. Так, как его? Есть несколько вариантов. Можно взять Монастиготопса, он подменится на полюбаса на какого-то хищника. Но хищник просто моментально пробьет Монастиготопса, конечно, это не очень прикольно. Хочется взять просто кого-то, вот Сигназуха хочется взять, да, например. Для этого нам нужно взять первого кого-нибудь. Ну вот, один удар выдержит, да. Потом пойдет Сигныч. И потом нужно брать, конечно, кого-то конкретно сильного. Вот так. Потому что в целом получается команда слабая. Так, ну естественно, тут нужно защищаться с самого начала. Ну-ну-ну-ну-ну. Ой-ой-ой, как все печально у нас. Блин, что-то пошло не так. Вообще-то я... Он... Какого черта он подменился? Мы сейчас проиграем. И не так должно было быть. У нас тут шахматная игра, и если хоть одно звено пошло не так, нам хана. Чё это он решил подмениться? Караул какой-то просто. А, блин, ну я, видите, не ставил в защиту, потому что у него этот балл мог быть при себе. Так. Печаль, беда, ребята. Блин, ну я-то его пробью, но план был не такой. План был Сигназухом Кетцеля завалить. А теперь что? А теперь он меня атакует на 3 и все. Нет, он сменился. 2. А, он мне сейчас... Ну как бы все равно, понимаете, я сейчас не могу уже подменяться, иначе я точно проиграю. Плохо дело, конечно.
Не так все должно было быть. У него есть один балл, то есть мне придется бить не 3, а 4. И поставить защиту у него может быть 5. Блин, да все поставлю защиту. Потому что Кецель бьет больно. Ну, Кецель бы за 2 меня пробил бы. Потом надо было ставить 4, ребята. И еще раз 4, и нам хана все равно. У него 7. Пробивает нас. Эх. Ну да, пошло не так изначально. Не по плану, ну ладно. Ладно. Была такая довольно рискованная стратегия. Хотелось просто сегны сейчас заюзать хоть как-то. А он взял, сволочь, и подменился. Как бы, вообще как бы без оснований. Причин на это не было. Так. Ну, давайте погоним так, по-обычному. Из-за Кецеля я не брал Горгазуха, хотя тоже хотелось бы. Ну, здесь, по идее, должно быть все нормально, но вот это Афиакадон, это жесть. Я понял. Я понял, почему он подменяется на Афиакадона. Он просто бьет 9 косарей. В этом фишка. В этом фишка. У него очень большой урон, потому он подменяется на него. Сейчас он облом поймает. Облом. Так. Блин, ну тут тоже не прикольно, конечно, мне. Ну, по крайней мере, противник 3 балла потратит. Кецель сейчас будет бить минимум на 3. Ну, не минимум, а точно на 3. Ни больше, ни меньше. На 3. Один балл у него есть. Я подменяюсь все-таки. Блин, а по полной приходится бить. Ну, потому что пахика пробивать будет легче все-таки индораптором. Индораптор бьет на 1300 больше. А этот, в принципе, потратит все свои баллы. То есть ему нужно бить 4, но один у него останется. Один. Так, 2 я выдержу. Я его не пробиваю, да, за 3. Точно не пробиваю. Блин, ситуация тоже печальная такая. Вот снова у него остался 1 балл. Я сижу точно так же. Я не могу его пробить. И он меня просто так пробить не может. Так, вот на этот раз уже мы его пробьем. Ух, ну такой непростой бой, да? Раз, два, три. Вот 4 мне надо было чистоганом пробивать. Ух. Так, это довольно такой напряжный у нас получился первый бой. Но я стараюсь брать просто, как вы знаете, максимально слабых существ, чтобы хватило на все 3 боя. Так. Ну, блин, ну тут барионик, смотрите, какой дымаг имеет, не кислый. Блин, ну. Вот так смешанные вот эти пары, блин, ну это же контрящие, это же по моей классике.
неудобно пробивать таких вот ребят. Если я возьму амфибию, то что? Ну, горгазух что? Да, с первого же удара 6000 практически получит. Трефодона взял, конечно. Блин, может, не стоило? Амфибий здесь-то нет. Давайте откусим хоть от него кусок сейчас. Сейчас нам тоже прилетит урон. Но мы ничего, мы сможем еще продержаться. Можно было бы 3 в защиту поставить, а можно было и перенести, но он решил на все 4. В принципе, нормально. Раз, два, три. И вот так. Единственное, что нас может сейчас подкосить, это если он проатакует нас, допустим, на 2 балла. Это будет очень больно. И можно легко проиграть. Но он все-таки решил по полной. Я уже тут решил не подменяться. Раз, два, три. И раз, два, три. Мы помним, что у Барионикса очень сильный урон. То есть 2 удара там мы не выдержим. У него там под 6-ку. Да, 6,5. Он, думаю, будет атаковать. Он знает, что ему хватит 2. Ну, хоть как-то проатакует. На 4. Из 6. Ну. Блин, 4, 4, 16. Раз, два, три, 4. 23. Хватило. А так можно было бы проиграть. Если бы он поставил 2 в защиту, и мне там чуток не хватало, было бы обидно. Готово. Так, ну и последний бой. Последний бой. Последний, последний, последний. Можно амфибию, конечно, было бы взять, но я горгазуха уже потратил. То есть это остальное будет не такое надежное, как по мне. 6000. Но он мало бьет. Мало бьет. Слабый урон. Даже с бонусом он будет бить не больше. Он подменится на вот эту птичку тогда. Допустим, мы поставим первым горгазуха. 3000. Он будет бить 3000, то есть 2 удара я выдержу. А от этого парнишка я не выдержу ни одного удара. Потому, увы и ах, ребята. Нам не оставили выбора. Стоит идти именно вот так. Первый самый слабый, потому что его, скорее всего, съедят просто. Такой мелкий, а такой злой. Да, кстати, я вот уже так как-то и забыл про тот момент, что Карнораптор создан из... не из Велоцираптора, а из... Пирораптора. Дело в том, что вот та вот птичка, петушок, он будет бить, как мой церезинозавр. Естественно, максимум баллов оставляем для своего самого сильного. Блин, а еще пахи голозавра пробивать, ё-моё.
Это же... Это же жесть! Так, ну, по крайней мере, я сейчас его немного откушу из-за его трусости. Ну, хоть чуть-чуть. Уже легче. Так, мы знаем, что птичка будет бить нас на 3500. 3500, где мы? На, калькулятор не выскакивает. Раз, два, три. Я хочу просто посчитать. 3500 из 3500 умножить на 2 и умножить на 1,4. То есть 9800. То есть два удара меня похоронят. Два удара птички меня хоронят. Так, ой, ну рискую. Ух. Нормалёк. Камень с души упал. С плеч, точнее. И мы открыли лептоклеточку, да? У кого он был закрыт, он как раз для лептостеги нужен нам был. Так, ну чё, давайте пойдем глянем-ка мы на лептостегу нашу. Так, дунклеозавр. И вот наша лептостегушка. Покормим ее, давайте, хоть на 20 уровень. Вот такая вот, очень красивый гибрид, мне он нравится. Правда, силовые показатели... Силушка у него не очень. А на этом, ребятки, я с вами прощаюсь. До скорых встреч.